Ну, вот, знаешь, бывает агрессивный человек по отношению к тебе проявляет агрессию яркую, вот негатив какой-то у него выплескивается в твою сторону. И в этот момент у меня в первую очередь приходит мысль, то есть у этого человека что-то произошло в жизни. Вот, и у меня сразу возникает не чувство, не ответное чувство агрессии, то есть проагрессировать в отношении его, что усилит агрессию общую. То есть и он еще и больше взбеленится, там, и я. И, в общем, в итоге начнется кутерьма какая-то. А наоборот, я вижу, человеку нужна помощь. И я подхожу и искренне спрашиваю, чем я могу помочь. И человек меняется. Он, такое ощущение бывает, что он как бы кого-то в ступор вводит, да, на кого-то как будто ушат воды вылили, и он в шоке. То есть он ожидал ответной агрессии, а получил просто как бы руку помощи. И это очень чувствуется. Вот таким образом гасится агрессивная энергия в человеке.